Блин. Сейчас мангал просто бам. Вот все. Вот это экшен, блядь. Экшен вообще заебатый. А-а-а. Там маску задом наперед одел. Да. Не задом наперед, все правильно. Это вообще трусы санитара какие-то. У меня трусы с кровавым пятном, в принципе. Реально ты, блядь, это потек. Вот, смотри, почти в цвет. Почти. Артончик гуляет. Заливка. Блять, заливаешь, вроде насыщенный, блять, синий. Высыхает, какая-то хуйня, блять, прозрачная.
Да все нормально. Хотя у тебя арпон, в принципе, то же самое. Блин. Да. Водоэмульсионка впитывает в себя. Нахуй поеду мыться и спать. Да я только что в душ ходил. А я, бля, потный вообще. Плотный? Ну конечно. Гарри плотный. Что не пищу? А, не, вот. А, я у тебя ты у меня палку эту забрал, да? Да, да. Я бы забрал одну свою. Она мне пригодится завтра. Да, да, забирай. Ванька, помалка, валик. Я охуел, блядь. 500 рублей валик не будет стоить. Я векнул. Пацана у тебя скажи, который там катается. Все, у меня GoPro на голове. Они знают, что такое векнул. А мазь, они знают? Весь парк, блядь, убили нахуй. Плотный трафик поездов. А? Да хрен знает. Гарри, City Night. Хороший свет. Да, мне тоже нравится. Так, здесь пока оставим. Просто, блядь, пиздец, уже полбанки выпил, он такой. Вот тебе 94. Ну, да. Слушай, надо, блядь, 5 лет лежало, блядь. Без движения, бывает, но... Ну, где-то на 5-6 банок вот одна хуйня попадает, короче. Это большой процент. А? Это большой процент. Слушай, ну, учитывая то, что она, блядь, сейчас 650 рублей стоит... Она вообще должна безотказно работать за такие бабки. За 650, да, блядь. Не, у меня просто там еще и в старом дизайне они, ну там тоже хуёво попадаются, ну вот он все, блядь. Более-менее нормально все мое. Какой ты ювелир, конечно. Кто? Хоть бы, блядь, ошибся где-нибудь. Так а я постоянно на каждой линии ошибаюсь. Да не, вот, смотри, все. Даже это. Thank you.
Бля, не закрасилась. Залупаться точно. Цветочная. Бля, вот с Ешкой сейчас начнет косяки, блядь. Ешка непроработанная. Да, что ее там проработал? Ну, я ее не проработал в голове. Блин, Нью-Йорк, конечно, такой своеобразный кэп. Немножко им такая другая техника. Но прикольный. Ну. Тут никто не рисует даже. Ни у кого банок нет. Ну, сварить. У меня было меньше, чем половина банки. Но на тени уже не хватит. Так, дырки накрасить. Че, ладно, погоню до дома. Полетел? Да да, что я заеб. Я думал, тут, блядь, спокойно можно сидеть, чилить. Тут, сука, эти комары ебаные. Заеб. Да, комаров там много. Давай завтра. Завтра играем. Во сколько? Ну, днем созвонимся, там, к 12. Блять, кэп воткнул, короче, нахрапом. Ссылки ему сбил нас. Сколько повытекало. Жестко. Покажи. Че?
твоя подружка, да? Да. Блин, вот ширик включаешь и уже... Да, ширик качество не Thank you.